Градостроительная деятельность в регионе, организация проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на 13-м заседании Совета Народного собрания Республики. Затронули также и тему умыкания невест, в частности, недавний случай, произошедший в Кантышеве. Председатель парламента дал поручение профильному комитету Народного собрания вернуться к рассмотрению законодательной инициативы, которая предусматривает уголовную ответственность за похищение девушки, даже с целью вступления в брак. Я сейчас поручаю, попросил бы комитет по законодательству все-таки изучить инициированный ранее Народным собранием парламентом республики в 2004 году законопроект, предусматривающий ответственность за похищение женщины с целью вступления в брак. В центре занятости населения по Сунжинскому району помогли трудоустроиться людям с ограниченными возможностями. Так реализуется программа «Социальная поддержка и содействие занятости населению». На эти цели выделено более 6 миллионов рублей. Со всеми работниками заключается договор на 2 года. Репортаж Марины Муталиевой.